Bom dia. Pedro, tu vá? Pedro Chibinha, tu vá pedir tri, tricum e lisco, tri, nole, chitiri, assado, tri, divinado. Морально замечательно, с новыми силами готовимся к сезону. Физическая, да, сейчас сборы, вся тяжелая работа, но нужно терпеть, как бы работать, ничего в этом страшного нет. Все работают с воодушевлением. Да, достаточно для меня такая предсезонка интенсивная, потому что 9 месяцев восстанавливался. Сейчас стараюсь поймать ритм. Партнеры помогают, сам укладываюсь по полной. Надеюсь, чемпионат начнем во всеоружии, начнем хорошо. Слушай, эти сборы, как сборы, как всегда, они подразумевают процесс все-таки подготовки, специальной подготовки в плане физических возможностей, да, потому что, конечно, общая подготовка касается всего, всех аспектов, но большой акцент мы делаем на физподготовку. Это очень важно сейчас, потому что если команда готова физически, она может выполнять любые технико-тактические действия, и мы можем потом уже спокойно переходить на ту форму, то, что касается игровой формы. Да? Когда люди готовы, когда у людей есть выносливость, сила, максимальная концентрация, вот это все дает физические возможности. Так вот друг за другом, видел? Как сборы? Это сборы? Я не знаю, вы же тренер. А я думал, это не сборы. Не сборы? Ну как сборы-то? Сборы. Это все-таки от сбора. Это сбор, наверное, да. Ну ладно.